присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Настоящая музыка. В Петербурге. Квартирник с доставкой на дом. Ну, слушайте, я в таком некотором недоумении, потому что мы тут декларировали очень такой камерный концерт в Грибыче. Коллаба Грибыч, «Комсомольская правда», тихо, мирно для своих, друзья. И вот тут приперлась вот такая банда. Ну, не гнать же. Нет, ну, на самом деле, я правда не думала, что будет столько народу. Но в этой связи... Это группа «Припинаки». Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Олесечка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители. Мы не видим наших рук. Да, и зрители тоже. К сожалению. Слушайте, мы тут, в общем, говорим о том, что к нам приходят люди, которые знают Грибыч хорошо, давно и близко. И группа «Припинаки» — это тот редкий случай, когда она старше Грибыча. Если Грибычу, как я говорила, 23 года, то «Припинакам», парни, стесняюсь спросить, тридцатник? Ну, можно в этом... пределах в этих что-то. Просто нету конкретной даты. Мы такие старые, что ли? Я. Господи. В 91-м мы уже гастролировали в Америке, Андрей. Это значит, что мы не вчера созданы были. В 91-м! Друзья мои, большинство из вас не родились еще в этот момент. Ну, некоторые, извините. Так, ну хорошо, будем считать 30. Хотя, вообще-то получается, что больше, наверное. Цифру X давайте. Тут такая история. Парни запустили вирусную песню, которая называется... Что там коронавирус? Хей! Хей, Вирокоронус. Вирокоронус. Понимаете? Это песня, которая, по-моему, сейчас... Зашифрованная, кстати. Звучит из каждого утюга. Мы не можем избежать этого момента, и она сейчас прозвучит у нас здесь. Давайте вот прям с нее начнем. Давайте? Поехали. А давайте. А давайте. А почему нет, кстати? Да. Я ну вот, кстати, готов. Упс! Чик-чирик. Да. Настоящая музыка. Петербург. Страшный Вирокоронус пришел к нам, а я хожу, как Винни-Пух, пара-ба-пам-пам. Такие происходят коллизии, иллюзии и реалии, и ревизии. Но я особо не вникаю, и в том секрет того, что у меня страха нет. Но я особо не вникаю, и в том секрет того, что у меня страха нет. Эй, коронавирус, не жди, я не откинусь. Коронус, мой бонус, бодрый тонус. Эй, коронавирус, не жди, я не откинусь. Эй, Вирокоронус, мой бонус, бодрый тонус. Друзья ведут на другие темы прения, вопросы быстрого обогащения. Зачем пугать друг друга словом эпидемия? И я, и ты, и он, мы все такого мнения. Зачем пугать друг друга словом эпидемия? И я, и ты, и он, мы все такого мнения. Эй, коронавирус, не жди, я не откинусь. Эй, Вирокоронус, мой бонус, бодрый тонус. Я не откинусь. Эй, Вирокоронус, мой бонус, бодрый тонус. А теперь, друзья, внимание, антивирусная мантра. Внимание. Ее придумали мы, музыканты. А я тоже еще. И обязательно иметь перчатки и бахилы. И даже маски. Поем все вместе, и вирус теряет силы. Пау.
И вирус потерял все силы. Слушайте, вот тут должна... Присаживайтесь. Должна была быть виск, вот этот вот писк, все, знаете, аплодисменты. Но мы играем в совершенно пустом клубе. Совершенно пустом, потому что карантин. Друзья, спасибо большое. Вообще, то, что вы пришли такой кучей, оказывается, это оправдано. Спасибо вам большое. Это было действительно здорово. Я надеюсь, что вы запомнили вот эти вот мантры, которые будете повторять бесконечно. А нет, переслушивайте. Переслушивайте сначала наш эфир. Да, пожалуйста. Слушайте, так... Ну, так или иначе, если мы все-таки с вами собрались по поводу наших карантинных каникул внезапных, первый главный вопрос. Как вы себя чувствуете в этом состоянии? Учитывая то, что многие говорят, что музыканты переживают больше всего, и музыканты страдают из-за этого. Музыканты, артисты, вот, больше всего. Есть такой момент? Я не представила никого. Ну, на самом деле, можно погуглить же, правда? Группа Припинаки, состав. Просто очень много людей. Извините меня, пожалуйста. Андрей. А, да. Микрофончик. Микрофон. Я вас сказал, музыканты, гардеробщики. Гардероб. Я видела у вас в соцсетях фотографию вашу, в гардеробе вы стояли. Да, я работаю честно, разрабатываю деньги тем, что принимаю людей пульта, и потом вешаю их на... Я даю потом на рючке, я даю им номерок. Вот все честно у меня. По карманам не прохожусь. Нет? Так, нет, нет. Но это, знаете, это большой жизненный опыт, да, и выработка силы воли заставить себя по карманам не ходить. Хотя, ну, раз берешь пальто, и оно так что-то звенит. Да. Ой, слушайте, ну вот это бесценно совершенно. Так вы коротаете каникулы свои? Нет, вы знаете, я, честно говоря, нахожусь в другой реальности, я это понимаю, я это осознаю. Потому что, когда гуляю по вечерам по центру, он пустой. На Неве нет ни одного пароходика, ни одной лодочки, никакого паруса не промелькнет, никакого. Ни вдали, ни вблизи. Угу. Вы знаете, это очень странно. Я все время хожу и реально прикалываюсь от этого, от того, что так странно. Очень. Очень многие говорят, что нашему городу идет это одиночество, да? То есть город без горожан. Ну, я не знаю, с одной стороны моста захожу, с другой стороны моста вижу, на меня идут, ну, две темные фигуры. Плечистые. Я начинаю беспокоиться. Понимаете? Да, и тут вас можно понять. Как бы, да, сложно не понять. Но вообще, с другой стороны, мне кажется, вы себя сдаете с потрохами, Андрей. Потому что просто так гулять по городу у нас сейчас не рекомендуется. И, кстати говоря, я боюсь... А я пошутил. Ок, принято, да. И все подобострастно засмеялись. Да, конечно, пошутил. Господи, конечно. Боже мой. Это я придумал, знаешь, писатель, я все придумал. Вообще, на самом деле, я боюсь, что это может быть вот наш последний такой, такая наша коллаба с Грибычем, потому что, может быть, на следующей неделе уже нам запретят вообще передвигаться по улице. Ну, есть такая, да, есть такая тема. Саша, Александр Лушин, который, помимо того, что некоторым образом музыкант, как мы успели заметить, он еще и артист Александринки, не побоюсь этого слова. С вашего позволения. Ну, вообще-то. Да, и я же не открываю какие-то невероятные тайны. Нет, нисколько. Я просто должна сказать, что Александринка была одним из первых театров, которые организовали вот эту вот онлайн-трансляцию спектакля. Причем это был не просто спектакль, это была премьера. Маузер, да, по-моему? Господи, Тезополусу. Тезополусу, конечно. И это был первый опыт, и, в общем, он произвел большое впечатление. Но в итоге и это театру делать не разрешили. И чего? И как теперь артист в квадрате Александр Лушин, и музыкант, и актер, чем ты себя занимаешь? Ну вот, слава богу, есть возможность на домашней репетиции собираться с пацанами. Ну только это, на самом деле, сейчас вот единственная активность, которая заставляет нарушать режим самоизоляции. А вы не пробовали это делать, ну, по скайпу или по зуму или что-то в этом духе? Ну, нет, не пробовали. По зуму пробовали мы, это не музыкальный опыт, а как раз театральный. «Ногу бомжа» мы делали. Так. Это, слыхала про такое? Слыхала так, кабаре про такое, да. Кабаре современного искусства и перформанса «Нога бомжа», который происходит на площадке 51. Вот сделали это в режиме онлайн. Я не видела, к сожалению. На площадке было... Очень ограниченное число людей, только буквально технический персонал, который и один ведущий.
А все остальные сидели по домам и свои номера, как бы кабарешные, представляли. Но это очень необычный формат, конечно, но тем не менее, я, судя по количеству зрителей, это все-таки имеет какое-то будущее, наверное. Мне очень многие, на самом деле, артисты, актеры, да, прежде всего, говорили, что «Ой, нет, друзья, я в такой вот этой истории не участвую. Она совершенно не театральная, это невозможно, мы не можем слышать вот эту вот отдачу зала». Ну, она непривычная, конечно, но это же не значит, что это нельзя. Ну вот, парни, вот вы сейчас сидите перед совершенно пустым залом. Вот у вас есть ощущение... какое ощущение? Будущего нет. No future, окей. Что, у всех так, да? Не знаю. Ну, вообще, вы знаете, мы сейчас собрались вот, да, этим таким достаточно большим составом, чтобы вам не так скучно сиделось в одиночестве на карантине дома. Ну, или не в одиночестве, но просто, чтобы вы не так скучали. Я просто уже, по-моему, говорила сегодня, что у нас нет никаких пафосных целей, никаких пафосных задач. Просто немножко украсить собой этот карантин. Давайте тогда споем. Вот да, я к этому. Давайте споем. Споем, да. Давай. Пойдемте, друзья. Да, абсолютно, да, вот именно так. А что, мы споем? Давайте решать. А вы знаете, что пока вы решаете, что мы споем, я должна сказать нашим слушателям, что вот ту песню, которую мы слушали первой, Алекс Будовский сделал прелестное совершенно видео на эту тему, и вы можете его практически во всех сетях найти. И я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это правда очень забавно. Вот на мой взгляд, это круто. Но мы помним, что надо мантры повторять. Ну что, решили, что будете петь? Летняя одежда. Песня про летнюю одежду. Ага. Которую мы надеемся все-таки достать из шкафов. И походить не дома, перед зеркалом. Давайте. Настоящая музыка. Петербург. Летняя одежда, напомнила мне о том, что подзастрял я между ботинками и зонтом. 21 футболка, 21 совет. Солнце улеглось на полку, хочешь — бери, хочешь — нет. А прежде я много думал об одежде. Летом что же, просто открываю солнцу кожу. А прежде я много думал об одежде. Летом что же, просто открываю солнцу кожу. Вот идет моя маршрутка, катится таратайка. Шутка ли не шутка, все мои костюмы, шорты да майка. Холод не люблю я вовсе, а жары не боюсь. Тучика свалитика, жарко будет пусть. Прежде я много думал об одежде. Летом что же, просто открываю солнцу кожу. А прежде я много думал об одежде. Летом что же, просто открываю солнцу кожу. La-la-la-la-la-la-la. La-la-la. La-la-la. La-la-la-la-la-la. La-la-la. Wow. Группа Припинаки. Группа Припинаки и ваши аплодисменты за кадром. Да? Оп!
Оп, это, да, тут есть немножечко людей, но совсем чуть-чуть. Садитесь, друзья, продолжим разговор. Хорошо. Вообще, надо сказать, что группа «Припинаки», насколько я понимаю, одни из старейших и ближайших друзей Грибыча, верно ли? Ну да, конечно. И некоторым образом я, вот, могу ли я спросить... Чьи? Оушена. Хорошо. Друзья Оушена. Оушена. Это важно в данном случае, да. Я просто хотела вас спросить, правильно ли нам сказать с вами, что Грибыч — это некоторым образом такое место силы? Вы же, мне кажется, отсюда не уходили вот на протяжении всех этих последних лет 20. Э? Да? Нет? Ну, далеко не уходили, да. Да, далеко не уходили. И... Я здесь работал 8 лет администратором, так что я далеко не уходил. Правда? Правда. Ой, слушайте, как это неловко. Вот это вот я не знала. Хорошо. Давайте вот еще у меня тут... Нет, это потом. Хотя вот у меня есть одна заготовочка по поводу вас. Ну, может быть, чуть позже. Я подумала, когда слушала вас вчера, ну, готовясь к нашей с вами встрече, я вдруг подумала, а почему... Вот сейчас так моден винил. А почему группа «Припинаки» не используют вот эту вот страшно модную тенденцию нынешнюю выпускаться на виниле? Вообще не приходило вам в голову, а? Только, пожалуйста, микрофон, Андрей. Мы с радостью, как только будет готов новый альбом, издадим его и на виниле в том числе. А вообще-то у нас «Майский ром» выходил на виниле. Когда? Но еще «Тропила» выпускал, когда был директор. Ну так ты еще «Бабушку» вспомни, Саша. Да? Но это же было так давно. Тогда, знаешь, винил был еще почти нормой жизни. Да, это было не модным трендом, а это было, знаешь, такой обиходом. Ну да. Согласись. Ну, мы олдовые, да. Да. Все-таки признались. Да, ну что делать? Слушайте, но... Нет, а сейчас... Что ты сказал про новый альбом? Ну, конечно. А вы готовите? Работаем над этим вовсю. Так, так, так. Ну-ка, с этого места подробнее. Вот два сингла-то у нас вышло недавно. Один давненько уже, второй совсем недавно. Угу. В начале года 20-го. «Иллюминатор». Оттуда песни звучат. Можно их найти на iTunes, да? Да, не только на iTunes, поверь мне. Где можно найти? «Припинаки», «Иллюминатор». Это вот последний сингл. И, конечно же, издание этих синглов предваряет издание альбома. Но о сроках трудно говорить, потому что все довольно сейчас трудно прогнозировать вообще. Ну да, но в принципе, темпы, да. С одной стороны, вроде времени стало больше, с другой стороны, его использовать тоже как-то стало по-другому. Тут, знаешь, такой возникает философский вопрос. Тут, по идее, мне нужно было поддержать твой разговор по поводу, да, нового диска, а расскажите как, расскажите когда. Но вообще-то, когда мы сейчас все тут начинаем оставаться наедине с собой, мы же все давали себе зароки, что мы посмотрим огромное количество сериалов, несмотренных еще, онлайн-семинары, тренинги и вот это вот все. Мы прочитаем ровно 1 000 000 книг. А потом уже буквально на вторую неделю карантина возникает какое-то такое странное разочарование в себе, понимаешь, что что-то ты как был идиотом, так и остался, но в смысле ни книг особо новых полезных не прочитал, ни... Типа, где время куда-то уходит сквозь пальцы? Да и ладно. Ладно, думаешь? Да. Треники быстро занашиваются, вот что хочу сказать. В условиях карантина. Это проблема. Давайте подарим Андрею Нуждину пару-тройку модных стильных треников. Ну, так, потому что черт его знает. Это не шутка. Насчет подарка, да ведь? Принято, хорошо, да. Я подумаю, как это можно сделать. Можно с логотипом «Комсомольской правды». Слушай, я взяла это в голову. Хорошо, да, договорились. Вообще мерч такой сделать, тренировочные костюмы, «Комсомольская правда». Вот идею дарим. Нет, это блестящая идея от Александра. Карантинные костюмы, конечно. То есть вы думаете, настолько долго, да, будет карантин? Просто пока мы еще раскачаемся. Who knows? Это я по-английски. Не подумайте. Ничего плохого, это по-английски. Хорошо. Слушайте, я просто, ну так вот, из свежих ощущений, я знаю, что вы выступали в Юнионе не так давно, но еще до начала карантина. И там перед этим... Первый день карантина. А, вот уже, да, все началось. И я видела у вас в соцсетях... блистательный, совершенно сакраментальный вопрос к вашим поклонникам. А? Исполняет ли песню Валентина Терешкова?
в силу некоторых определенных обстоятельств. Потому что, на самом деле, как раз это было вот ровно в то самое время, когда инициатива от нашего народного избранника и бабушки русского космоса поступила вот, ну, непосредственно, да, в обсуждение широкое. И понятно, что могли быть разные впечатления по этому поводу. Мне кажется, что прошло уже достаточно времени, чтобы мы, может быть, нет, песню Терешковой мы не можем вот прямо сейчас вот взять и спеть? Нет? Не, мы ее не готовили, но вообще-то, в принципе, мы ее не исключили из репертуара. Не исключили? Нет, конечно, песня-то очень красивая, романтическая. Вот мы сейчас, на самом деле, заинтриговали наших слушателей. Ищите, друзья, да обрящите. Google вам в помощь. Песня Терешковой группы «Припинайки». Одна уверена, из первых, что... на самом деле. Да. Не очень, да. Вот. А мы давайте тогда что-нибудь свеженькое, да, сейчас более или менее исполним. Ну, друзья, да. что бы вы готовы были? Про летний отдых, опять-таки. Слушайте, вообще, тут, знаете, мне кажется, что группа «Припинайки» — это какая-то патологически солнечная группа, нет? Патологически летний. Я не знаю, что мы тут делаем холодным весенним днем вместе, потому что просто какой-то гавайский ром. Майский ром, извините, да, была такая... Крымский портвейн, Массандра, знаете такой? Боюсь, что да. А князь Голицын брют? Хуже, но тоже знаю, конечно. Вот сейчас напомним. Ну, давайте попробуем. Конечно, надо ехать в Крым, к чему вопросы? И никаких цунами между нами, не жиры, абрикосы. Забыть о проходных дворах и о дворах-колодцах, где только на последних этажах бывает солнце. Бывает солнце. И вот белею я, как парус, своим санкт-петербургским торсом. На-на-на-на, на побережье Черноморском. И вот белею я, как парус, своим санкт-петербургским торсом. На-на-на-на, на побережье Черноморском. Я знаю пару диких мест, артисты и нудисты не суют туда свои носы, цивильные туристы. Короче, надо ехать в Крым, к чему вопросы? Массандра, князь Голицын, брют и Ялта-папиросы. И Ялта-папиросы. Белею я, как парус, своим санкт-петербургским торсом. На-на-на-на, на побережье Черноморском. И вот белею я, как парус, своим санкт-петербургским торсом. На-на-на-на, на побережье Черноморском. Как парус своим санкт-петербургским торсом. На-на-на-на, на побережье Черноморском. И вот белею я, как парус своим санкт-петербургским торсом. На-на-на-на, на побережье Черноморском. Алушта, Алупка, Судак, Семиз, Коктебель, Феодосия, всем пиз. Алушта, Алупка, Судак, Семиз, Коктебель, Феодосия, всем пиз. Алушта, Алупка, Судак, Семиз, Коктебель, Феодосия, всем пиз. Алушта, Алупка, Судак, Семиз, Коктебель, Феодосия, пиз.
Супер, супер. Спасибо. Слушайте, сия петербургским торсом, да. Как это все правда? Слушайте, давайте верить, на самом деле, что все-таки наш карантин кончится... Кончится все-таки летом, и все-таки мы сможем доехать до Крыма, да, в этом году. Давайте этого пожелаем. Очень хочется видеть. Мы сейчас, на самом деле, прервемся, буквально на несколько минут у нас новости и реклама. Чуть-чуть, не уходите никуда, вернемся сюда. Мы сейчас еще споем. Да, думаете, что, просто так собрались? Настоящая музыка в Петербурге. Квартирник с доставкой на дом. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив. Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню. Первые рок-группы. Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорит, сейчас спою. И вот Витя Цой, мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило. Первые фестивали. И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться. И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Настоящая музыка в Петербурге. Квартирник с доставкой на дом. А мы вернулись. И мы вернулись, и тут группа Припинаки в количестве, стесняюсь сказать, 7 человек. Но мы стараемся, на самом деле, какой-то, хоть какой-то интервал между нами сохранять. Как это называется? Социальная дистанция. Социальная дистанция. У нас, ну, по крайней 6 человек. 6. И какие это люди? О, да. Сказать. Может, дадим возможность каждому представиться, сказать по пару слов? Давайте, слушайте, мы как-то с этого не начали. Начнем, может быть... А вот мы начнем буквально с моей стороны, по часовой стрелке, если никто не возражает. Илья. Илья. Давайте сразу с фамилией уж раз уж. Да, пошла если такая это пьянка. Как-то релевантно, то фамилия моя Рогачевский. Вот так вот. Илья, скажите мне, вы с коронавирусом как живете? Вот смирились вы с этим? Я с ним живу в симбиозе. То есть, я его не замечаю. Вот супер. Потрясающе. Передаю микрофон дальше. Ну, извините, вот да, давайте вот Вадик так. Вадик нам примкнул. Да. Сегодня в честь вот такого прекрасного мероприятия. В честь нашей встречи, мадам. Да, да. Да, как говорил Жванецкий. Спасибо за приглашение большое. Круто. Да? Да вообще, да. Тут хорошо. Нормально. Ну, вообще... Ничего. Слушайте, ну, а вам в изоляции, вот эта вот самоизоляция, о которой говорят так много большевики, что это такой кошмар и катастрофа. Вы как справляетесь? Пока нормально. Ну, в смысле, пока. Вы думаете, что... Что это продлится еще какое-то время, и что да, вы можете да, заскучать. Да. Я желаю вам, чтобы это не случилось с вами. Но я не заскучаю. Ну, потому что, если честно, если уже 3 недели фактически, ну, вам удается безболезненно с этим как-то, да, справляться, наверное, в общем, все будет ничего. И здравствуйте. Здравствуйте. Саша, у тебя очень хорошо получается представлять. Дмитрий к нам примкнул еще, когда мы только придумали записывать песню про коронавирус. Так. И своей исключительной партии банджо сделал, можно сказать, номер. О, Дмитрий, мы все... И мы не могли его не позвать сегодня тоже с нами. И перевод на английский язык, кстати. Международная версия. Слушайте, кстати, да. Эта версия есть в английском языке, и это, по-моему, очень клево. И вообще, я так понимаю, что вы собираетесь такую пандемию вашей песни устроить, да? Это то есть ваш вирус будет не только в Петербурге. Ну, вообще уже это очевидно. Ну, правда очевидно, потому что вот на меня он лезет отовсюду. Наконец-то. Дмитрий, ваши рецепты, как справляться с одиночеством? Самоизоляция без фанатизма.
саморазвитие. То есть вам удается вот это вот, ну, все, да? Да. Но жертвы несутся, да, жертвы есть, но... Ну, а куда без этого? Но... Слушайте, мы сегодня унынию уже... предаваться не надо. Не надо, ну, постараюсь. Просто мы сегодня уже говорили с несколькими людьми по поводу того, на самом деле, что с нами делает эта изоляция с близкими нам людьми, когда мы оказываемся, что называется, один на один. То есть есть одна трагедия, когда мы находимся один на один с самим собой, узнаем о себе много нового и в большинстве случаев неприятного. А когда мы, ну, с близким человеком вдруг начинаем проводить так много времени, часы, дни, недели, и вдруг оказывается, боже мой, с кем я живу? Количество разводов почти наверняка увеличилось. У меня жена и дочка так. С утра до вечера заняты. У одной дистанционное обучение, дистанционные репетиции в театре, дистанционная гимнастика, у жены дистанционное преподавание, у меня дистанционные репетиции. Мы все заняты с утра до вечера вообще. Встречаемся вечером. Послушайте, мощнейший респект. Все, да. Я в восхищении. Вот понимаете, с кого нужно брать пример? Давайте следующий. Григорий, расскажите нам о ваших буднях. Здравствуйте. Коронавирусные будни. Ну, так называется наша вечеринка. Не все так насыщенно, сегодня. Как у Димы. Нет? Потому что, да, у меня семьи здесь нет в городе. Угу. Ну, оттачиваем мастерство. Ну, окей. И мы все поверили. Знаете, я вопрос прямо задам. Прямо задам вопрос. Как не бухать в эти недели, отпущенные нам? Это вопрос, поверьте мне, волнует очень многих и волнует гораздо больше, чем может показаться. Можно? Да. Я хочу... Интересный просто пример. У меня есть друзья-шотландцы. У них теннисный клуб. Причем в пригороде Глазго, в маленьком местечке. И у них при клубе есть паб. Так. Они там после тенниса по пятницам и субботам пьют пиво. Но сейчас самоизоляция. Ага. Пить пиво нельзя, клуб закрыт. Они уже вторую неделю устраивают дистанционную попойку с песнопениями через Zoom. Ну. Модератор собирает заявки, кто хочет выступать, расписывает выступления, составляется сет-лист. Все подключаются, зрители через YouTube, музыканты через Zoom. И по пятницам 3 часа в прямом эфире музицирование с выпиванием, поэтому одно другому не мешает. Это сейчас, по-моему, блестящий совершенно лайфхак от Дмитрия. От шотландцев. Ну и от шотландцев, да. Как не спиться в одиночестве? То есть как пить весело с огоньком, с товарищами? И, в общем, это уже культурное выпивание, да? Скорее отвечает на вопрос, как правильно бухать, а не как не бухать. Да, хорошо, хорошо, принято, на самом деле. Как бы не спиться, сказала спица. Который не было спицы. Нет, который... Вот так рождаются маленькие поэтические шедевры. Тут, ну, вот буквально у нас, ну, да, ну, на наших глазах. Да-да-да. Work in progress. У вас есть время. Которое не спалось, хорошо. Как бы не спица сказала спица, которое не спалось. У вас есть время для того, чтобы это доработать. Ну, в общем, на самом деле, так шутками-прибаутками, друзья, мы подошли к необходимости спеть еще песенку. Прекрасно. А, да? Не то, чтобы я вас задергала вот этой вот необходимостью петь бесконечно. Скорее наоборот. Но некоторым образом мы для этого и собрались. Ну, ведь... тогда споем про «Любовь осьминога к Минузе». Так. Да, это старинная песня, которая отсылает прямо к 90-е, когда мы эту песню придумали. Она была очень популярна, ага, в нашем клубном пространстве. И с тех пор мы ее играем на каждом концерте. Кстати, хорошо. И сегодня тоже хотим сыграть. Хорошо, вот нам свезло. Давайте поехали. Настоящая музыка. Петербург. На океанском дне жил одинокий осьминог во тьме. Любил медузу он и пел ей песню, навевая сон. Длинные, длинные руки у меня, и меня обниму тебя. Длинные, длинные руки у меня, и я обниму тебя. Но рядом жил кальмар, он был ужасно злой и очень стар. Он осьминога съел,
за то, что тот медузе песню пел. Длинные, длинные руки у меня, имя, обниму тебя. Длинные, длинные руки у меня, имя, обниму тебя. Очень далеко. Следующая Спасибо. Наша группа уже готова к выступлению. Садитесь, друзья. Но она в восторге. И спасибо. Слушайте, вообще ощущение какой-то машины времени. Ощущение, что куда-то... Да вы что? Другая группа. Ой-ой-ой. Да, ну что ой-ой-ой? Нет, ну серьезно, правда? Просто мы уже говорили неоднократно, да, сегодня, что вот такой старый, такой заслуженный, такой легендарный Грибоедов. Но вообще-то, ну так-то для питерской публики, для питерской тусовки тут полжизни прошло. Ну, нет. Ну, будете спорить со мной? Никто не говорит, что это не так. Да, да, слушайте, у нас тут еще из такой основной программы, которая у нас должна быть в нашем с вами диалоге. Я прошу вас, для наших слушателей, советы бывалых, может быть, какие-то сериалы, фильмы, книги, что-то вот для вас именно в момент карантина открылась вдруг и заиграла новыми красками. Или просто открыли для себя. Вот есть что-то такое, что за эти 3 недели поразило воображение? Вот я, пользуясь случаем, пересмотрел «Фанни и Александр». О, Бергман! Удивительно, по-новому воспринимается Острина кино. Бергман узнала она, да, знакомое словосочетание? Да. «Фанни и Александр». Да. Ага. Ну вот, так. То есть я даже не ожидал, что настолько по-другому я его сейчас восприму, чем когда-то там X лет назад, когда я первый раз это увидел. Тут мы все... присели на хвостик от ощущения высокоинтеллектуальности Александра Лушина. Мы в восторге. Можно попроще. Можно попроще, Илья. Существует британский сериал, который начинал сниматься, по-моему, в 80-е годы. Называется «Красный карлик». И там, в общем, сет, так скажем, и бэкграунд, на котором развивается действие, это, в принципе, очень изолированная система. Это космическая станция, которая дрейфует. Угу. Причем дрейфует уже, в общем, не одну тысячу лет. Угу. И в процессе этого дрейфа там произошли странные метаморфозы с дрейфующими. И можно это наблюдать на протяжении 9 сезонов. Где его найти, я не знаю, но если у кого-то получится, будет счастье. Еще раз, пожалуйста, назовите. Красный карлик. Красный Dwarf, карлик. Да. Вот, друзья. Ох, не знаю. Ну, мы даже, по-моему, не спойлернули в целом. Есть у вас еще Дмитрий? Мы посмотрели всей семьей сумасшедший совершенно сериал с Netflix. Называется «Цепь несчастных событий». Так. Звучит интересно. Это сериал для... Ну, интригующий. Это прямо такой бурлеск и фантасмагория в стиле Тима Бертона. Ого! Да, многосерийный и с потрясающими костюмами, с потрясающим сюжетом, с черным юмором потрясающим. Черный юмор просто вот от и до. Слушайте, восхитительно. Черный юмор — это как раз то, что нам сейчас надо. Для просмотра всей семьи, детям, взрослым там посмеяться, поприкалываться — очень, очень веселый. 3 сезона, вообще бомба просто. «Цепь несчастных событий», по-моему, называется. Принято. Спасибо, это бесценно. Андрей.
Фантасмагорический бурлеск, он хотел сказать. И мы поняли его. И мы, кстати, оценили это словосочетание, потому что для нас оно сложновато, и мы даже не попытаемся повторить это словосочетание. А мне нравится актер Джуд Лоу. Я с удовольствием посмотрел его в роли папы. В смысле молодого папы? Да, молодого папы. А нового папу посмотрели? Ну, папа что-то мне Малкович как-то не очень, ну, хотя Саша говорит, что там все будет хорошо. Мы а вы пока, на каком месте пока оставили? На паузе, пока вторая серия только вот. Они Малковича уговаривают. Ну, держитесь. Да, вы так держите себя в руках, и, собственно, надо себя заставлять. Так и винил же, вот, вы про винил сказали, я вспомнил. Офигенный сериал «Винил» про, да, про 70-е. Точно! Про точно. Кокос, про Макос. Про всю фигню, короче. Слушайте, ребята, по-моему, мы дали совершенно великолепные рекомендации, как прожить, по крайней мере, ближайшие 2-3 дня. Они уж точно будут заполнены. И слушайте припинайки, естественно. Парни, последнюю песню, и будем прощаться. Это песня «Про другие миры», где мы... Это новая песня, кстати, друзья. Это новая песня. Ну да, кстати. Да? Ну вот это важно. Ну, поехали. Монета подброшена в воздух, и замерли все, ожидая ответ. Но я не хочу быть серьезным даже в такой как бы важный момент. Отпущу я мысли в небо, как воздушные шары, пусть летят в другие миры. Отпущу я мысли в небо, как воздушные шары, пусть летят в другие миры. Встречу черные дыры, сделаю их цветными на раз. А здесь стены квартиры легко раздвигаю движением глаз. Отпущу я мысли в небо, как воздушные шары, пусть летят в другие миры. Отпущу я мысли в небо, как воздушные шары, пусть летят в другие миры. Припинаки. Спасибо, ребята. Спасибо. Настоящая музыка в Петербурге. Квартирник с доставкой на дом. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.